Здравствуйте, расскажу об отбойном молотке Hitachi H60MRV. Профессиональный инструмент для демонтажных и строительных работ. Например, прокладки труб, установки санузлов, монтажа электропроводки. Сила удара 26 джоулей, одно из лучших значений в классе. В зависимости от задачи можно выбрать оптимальное количество ударов в минуту в диапазоне от 930 до 1650. Электроника поддерживает выбранное значение даже под нагрузками. Патрон SDS Max надежно фиксирует рабочее долото и упрощает его замену. Насадки можно устанавливать в 12 положениях. Боковая рукоятка поворачивается на 360 градусов. Основная рукоятка покрыта резиной, что предотвращает выскальзывание. Модель отличается низким уровнем вибрации, двойной изоляцией для безопасности и долгим сроком службы. Поставляется в ударопрочном кейсе. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.